В огромном Петербурге постоянно что-то происходит, и далеко не все интересные события попадают в новостные ленты. Спорту в этом плане приходится сложнее всех. Спортивные порталы предпочитают только новости с турниров, чемпионатов или кубков, а повседневная деятельность атлетов постоянно проходит мимо зрителя. В рубрике «События спортивной столицы» мы будем рассказывать и о крупных соревнованиях, и о том, что остается за кадром. В предыдущем видео мы рассказали о самом петербургском из всех марафонов – о «Белых ночах». В этом году наш друг, бегун и спортивный блогер Яков Страздин приехал на этот старт в четвертый раз, причем он прибыл прямо с другого забега. В общей сложности у Якова бывает до 50 стартов в год, и это без отрыва от работы. Все свои путешествия он старается максимально совместить с забегами. Планируя отпуск, всегда смотрит, есть ли там в эти даты старты, и часто выбирает именно забег как главную цель, а город или страна, в которой он проходит, идет уже бонусом. Каждый раз получается настоящая беговая экскурсия по городу. Ну а какое место подходит для экскурсий больше, чем Питер? Беговой туризм – это один из самых полезных для здоровья видов туризма, а в России для него просто немерено место. Мы следили за Яковом на старте у «Авроры» по ходу 10-километровой дистанции «Белых ночей» и встретили его на Дворцовой площади уже с медалью финишера после завершения забега. Ваше впечатление? Ну, старт отличный. Я как и собирался сделать свой личник, новый личник, и думаю, секунд 20 точно выиграл. Отлично, старт, отличная погода и поддержка сумасшедшая, конечно, дистанция. Следующий старт у меня здесь будет 6 августа на полумарафоне Северной столицы, поэтому жду вас. Сам тоже приеду обязательно. То, что прямо с предыдущего старта сюда поехали, повлияло? Нет, не повлияло. Я успел отдохнуть сегодня, выспался днем. И нормально, как планировал, с тем темпом, который запланировал, всем бежал. Мне быстрее не нужно было, и, соответственно, я смог, все хорошо. Как конкуренция была на трассе? Ой, ну, сегодня вообще, на самом деле, вышли на старт очень крутые спортсмены, которые бежали в элите. Не знаю, вы увидели, да, их не видели. Достали. Наши лучшие бегуны, они бились большое время из-за призовые, естественно. А так, ну, любители прекрасно все, потому что люди, тысячи людей бегут, преодолевают эту дистанцию, всегда мотивирует и меня, и их, думаю, тоже. Вы сейчас куда? Какие ближайшие планы? Сейчас небольшая заминочка, потянусь и пойдем веселиться уже в Питере. Угу. Будем ночь кружиться, ну, где-нибудь в каком-нибудь баре. А что-нибудь интересное в Питере успеете посмотреть? Ну, я надеюсь, музей, во-первых, сегодня поддержать еще бегунов на марафоне, потому что марафон только что стартовал. Да. 5 минут назад, конечно, поймаю несколько своих там близких друзей, они бегут сегодня. У кого-то даже первый марафон в жизни. Вот. А потом посмотрим, не знаю, что, ну, не будет сегодня развод мостов, не будет, не уверен, хотелось бы посмотреть. Но так, ну, завтра погуляем обязательно. Ну, то есть, как и марафонцы, до 4 утра планируете тут, конечно, по центру ходить? Всю ночь. Ну, все, ну тогда хорошей ночи. Спасибо. Вот.